Очередная посылочка из Китая. Подарок для Кирухи. Опа. Мягкий чехол, поэтому с ним ничего не может случиться. И поэтому без опаски можно его смело кидать в обычном мягком корпусе. Так, вот это убираем. Берем телефон. И телефон у нас идеально подходит в свой чехол. Выбрали нормально. Зарядка работает. Кнопки нажимать легко. Облегает полностью. Ну и, соответственно, вот такой рисунок. Рисунки, в принципе, разные там есть. Но этот вот. Что мы имеем? Ну, безо всяких проблем. Единственное, что вот здесь, вот вверху, а нет, все стало. Было чуть-чуть как-то кривоватенько. Ну, теперь все на месте. Ну, в общем, для пульта, для наушников, для микрофона и, соответственно, для зарядки. Требует зарядить телефон. Ну, хорошо, зарядим. Сегодня ребеночек поиграет. Утолщение где-то, ну, миллиметра на два. Камеру закрывает полностью. Ничему не мешает. Достойный чехольчик за такие-то деньги. Я думаю, в самое то.